OMTV.ua про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Откуда така інформація, що тут натовські війська? Це все я знав тільки на роботі. Це розповідав. Хто? Доярка. Доярка? Да? Ми ж розуміємо, ми, ми ж не з України воюємо. Ми ж з НАТО воюємо. Ми можемо сказати, що всім миром воюємо. Вот у меня сейчас там знакомые сидят, я не могу с ними общаться по телефону. Ни с одним из них. Потому что они говорят, я не могу, потому что если увидят телефон, и сейчас поймают, или сейчас меня запеленгуют, все, хана. Страшно, конечно. Ну да, это ужас. Страшно, очень страшно. Страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось. Олег, а ты понимаешь тех людей, кто против спецоперации? Я скажу так. Знаю по сведениям нашей разведки, что если бы не 24 числа это сделали мы, то 26 числа или 25 прилетело бы нам. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учене. Военные говорят, что там везде от них речь польская, английская. В том-то все и дело, что говорит, да, уже говорит, даже в общем-то украинской мовы, скажем так, уже говорит, ее в общем-то и не слышишь. Прямо Главнокомандующий армии США генерал Марк Милли заявил, что Украина постепенно добивается успеха в контрнаступлении. Ну, это же всего лишь Марк Милли. Он кто? Обычный генерал обычный профессиональный военный, который всего лишь прослужил в профессиональной армии. А вот ни дня не прослуживший крупный специалист Путин, который за один год всего успел сдать Харьков, Херсон, Изюм и отойти из киевского направления, считает, что у Украины нет ни одного шанса. Бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у, у в вооруженных сил Украины шансов здесь нет. Шансов у вооруженных сил Украины нет, сказал Путин. И в доказательство вцепился в обивку кожаного кресла и начал ее царапать. Ладошки вспотели от отрицательной храбрости. Можно говорить не про Киев, а про Вашингтон что мы воюем не с Украиной. Это только формальная сторона вопроса, что мы воюем на территории бывшей Украины. Украина не может выиграть у России войну. Не может. Все. Никакой партии мира в России быть не должно. Даже близко. Минимум миниморум, который мы видим от этой кампании, должен быть простой. Ни одного метра не должно быть у Украины Черноморского побережья. Одесса, Николаев. И дальше до Дунайских портов, до Приднестровья. И, конечно, даже речи не может быть о близлежащих украинских губерниях, откуда идут удары по нашей территории. Все это должно быть освобождено. Это минимум миниморум. Итак, вот посмотрите на эту карту. На ней отмечено продвижение украинских войск с начала наступления. На двух главнейших участках. У Великой Новосильки, который... Вот там, видите, где верхняя карта так называемый Времьевский выступ. Где выступ? Нет выступа. Выступ срезан. Очень наглядно видно, что украинские войска не останавливаются в своем продвижении. За июнь 130 километров квадратных освободили, за июль 55 и 9 десятых, за август 17 и 8 десятых километров. Того 203 с лишним, почти 204 квадратных километра. Ну мелочь, конечно, но здесь другой характер войны, она же позиционная. Тут надо не километры считать, а эффект уничтожения вражеской силы и... То продолжается наступление или нет. А вот южная, то есть нижняя карта, там, где рабочина, она еще интереснее. Здесь идет нарастание в июне 35 километров, в июле 21,8 в августе уже 31 километр, и август еще у нас не закончит. И вы смотрите, как интересно, если в районе Великой Новосильки до главной полосы обороны российских войск еще достаточно далеко то в районе работы на украинцы вышли к этой самой главной полосе сейчас они ее штурмуют и если будет взято вербово то это будет означать что они выходят к узлу сопротивления уничтожают его и прорывают сразу и вторую полосу обороны точнее наверное все-таки называть ее резервные, потому что предполе украинцы прошли, главную полосу штурмуют, резервная, тыловая полоса в районе Вербова под ударом тоже. И вот при тех темпах, которые мы сейчас видим, при той эффективности действия украинской армии, которая продолжается, ну я ожидаю, что к октябрю месяцу украинцы должны освободить Такмак или, по крайней мере, обойти его и двинуться дальше на юг уже к, к морю Казовскому. Это будет финальным результатом летнего наступления, точнее уже летне-осеннего наступления украинской армии. Причем результатом, конечно, минимальным из заявленного выхода к Азовскому морю и Перекопу, но достаточным, потому что основные задачи, которые в любом случае решает Украина, это перерезать сухопутный перешейк в Крым, то есть железнодорожную ветку, которая ведет с севера от Ростова к Запорожскому фронту. И вторая ветка с юга через Чангар, через Крымский мост, через Крым идет. Она все время под ударами украинских ракет, украинских дронов, вот этого всего, чем Украина дотягивается до таловой логистики российской армии, это очень серьезное снижение пропускной способности. Если раньше через Крым 70% группировки Запорожской снабжалось, то сейчас примерно вдвое уменьшилась пропускная способность южной ветки. Северная, если будет перерезана, но это будет означать, что к зимней кампании украинская армия создаст условия для жеста доброй воли русских войск с Северной Таврии, они там не удержатся. И тогда начнется осада Крыма. И тогда все-таки будут выполнены основные задачи, поставленные заложенным перед началом наступления в начале года, когда он говорил о том, что он должен пройти 85 километров до Мелитополя и освободить его. Освободит. Но дело здесь, повторю еще раз, не в километрах и не в Освобождение городов. Другая война. Вот на Западе этого не понимают, потому что они слишком давно такую войну не вели. Они в ней ужаснулись результатом в Первую мировую, когда... Пойни, Нивеля, Верденская мясорубка и другие страшные названия отражали потери миллионов людей в ходе кровопролитных боев, которые не давали вообще никакого результата. И с тех пор у них все время маневренная война, и они вышли на концепцию Air Land Battle, воздушно воздушно-наземной битвы, которые позволили преодолеть позиционную оборону подобного уровня и, соответственно, избегать вот этих бессмысленных, тяжелых, кровопролитных и изнурительных сражений на суше. Но дело в том, что последняя война крупная, которая велась с Соединенными Штатами, это иракская кампания, а там противник был в неадеквате. И она никак не может быть сравниваема с войной России с Украиной. Вот таких войн Запад вообще не вел после 1945 года. А в 1945 -м Элементы позиционной войны были, но ну, вспомним нормандское сражение, когда немцы два месяца блокировали высадившиеся войска в Нормандии, и прорвать их было очень сложно, оборону или битву в Арденнах. В общем, были. Но там все-таки была другая совершенно военно-техническая составляющая, которая позволила использовать инструмент взлавания позиционной обороны, это люфтваффе плюс танковой дивизии, условно говоря. То есть авиация, пикирующие бомбардировщики, штурмовая авиация, и механизированные танковые войска, которые могут стремительно развивать прорыв. В современной войне оба этих оружия победы в значительной степени дезактивированы резко возросшей мощью ПВО, очень дешевого по сравнению со сбиваемыми самолетами и противотанкового оружия. Да еще вот мины русские вдруг применили. Это неожиданность этой войны украинской, это ноу-хау. Ну да, это вот то, о чем я вам всегда говорил, что не надо недооценивать русскую армию, она в самом плохом состоянии, это грозный противник, даже самая разложившаяся русская армия, если она сражается в обороне, на хорошо подготовленных позициях, может оказывать очень ужесточенное сопротивление, но это просто неизбежно. Россия создавалась как военное государство, оно им остается, и с этим надо считаться. Шепка за китайские настроения – это неправильно. Только кровью большой придется их оплачивать. Поэтому противника, какой бы он ни был, надо уважать. Звезд неба не хватает, моральный дух низкий, воры, бандиты, насильники, там уголовники. Но это русская армия. Поэтому лучше действовать так, как будто бы она действительно очень опасный враг, что на самом деле правда. Тогда ваши потери будут минимальны. Это главное для Украины. И вот мы видим, что эта русская армия, она нашла-таки вот эту вот мужицкую хитрость. Когда нет высокотехнологичного оружия, то применяют то, которое есть. И так, что, в общем, немцы в ту войну, а сейчас западные эксперты просто руками разводят. Они все в голову не могли взять, как это можно так взять и заминировать с чудовищной плотностью 5 мин на квадратный метр и глубиной там, километров в 10-12 огромную полосу от Днепра до Белгородской области. Русские это сделали. Поэтому, конечно, тяжело это прорывать, но вот в этой ситуации украинская армия прорывает, прорывает русскую оборону. Вот что важное когда вам говорят, что наступление не, не, захлебнулось, что оно идет не так, да неправда не это, ну неправда и непонимание. Потому что это позиционная война, та самая, которая была сто лет назад, которую не понимают сейчас на Западе обыватели и журналисты. Военные понимают, но они и помалкивают насчет неудачи украинского наступления. А в позиционной войне, ну посмотрите, как шли бои в Первую мировую, поскольку там продвигались в день, в месяц, в неделю. Что такое бойня Нивеля, побоище в Пашендельских болотах, битва на Сомме. Верденская мясорубка, поскольку там Движение было в течение месяцев. А потом сравните с украинской войной. И самое главное, не забудьте сравнить, сколько длилась активная фаза наступления в Первую мировую. А там миллионы ведь бросались в топку. Украинцы наступают непрерывно. Хотя наступление идет уже третий месяц. Вот фундаментальный факт. И на этих картах он хорошо отображается. Что, собственно, и заставляет большинство военных экспертов считать, что дело как бы далеко не решено, ни о каком провале речи быть не может. И более того, они говорят, Украина делает то, что как бы от нее в таких условиях никто и ожидать-то не мог. Без танков, без авиации, без существенного артиллерийского превосходства перемогает хорошо подготовленную русскую оборону.